Здравствуйте. В студии программы «Наблюдатель» Фёкла Толстая. И сегодня мы собрались в этой студии для того, чтобы отметить день рождения замечательного, удивительного русского художника, которого, впрочем, знают по всему миру, замечательного скульптора, автора спектаклей, невероятного придумщика, философа искусства Михаила Шемякина. Здравствуйте, Михаил. Очень рада вас приветствовать. Поздравляю вас с вот недавно прошедшим вашим днем рождения. Наверное, можно сказать, что вам исполнилось 75 лет. Было такое. Да. Я очень рада приветствовать ваших друзей. Алексей Штурмин. Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, заслуженный тренер России. Я знаю, что вы дружите уже больше 40 лет. Вы дружили, Владимир Семенович Высоцкий, Михаил Шемякин. Ваша дружба вот сейчас все эти годы продолжается. Ну, да, нас Высоцкий Володя познакомил в 77-м году. В 77-м году. Вот, да. В Париже. Ну, я надеюсь, что мы еще к этим временам вернемся и вы расскажете, как это было. И Стас Намин, рада вас приветствовать. Здравствуйте. Музыкант, продюсер, художник. У вас очень много ипостасей. И вы с Михаилом Шемякиным и в нашей студии бывали, рассказывали о ваших проектах. И сейчас у вас какие-то новые затеи. Тоже уже много лет вместе. Вы, наверное, не просто коллеги, а уже и друзья. Правда? Точно. Да. Вы знаете, я с чего хотела начать? Я хотела спросить вас, вот 75, если открутить, например, на полвека назад и вспомнить вас 25-летним. Вот, кстати, прошу прощения, можно я воспользуюсь вот этим? Вот, кстати, тому времени посвящена была выставка, которая сейчас была в Петербурге, и она называлась «До изгнания. Шемякин, Ленинград, 60-е годы». Вот если вспомнить то время, вспомнить вас 25-летним, может быть, к вашим друзьям это тоже вопрос. Как вы себе представляли свою будущую жизнь? Какие у вас были планы? Какие у вас были вообще мечтания? Мечтания? Ну, не загреметь в сумасшедший дом. Куда вы загремели? Где я уже прогремел, так сказать, вообще полгода. Да. И не поехать в места далекие от моего любимого города. То есть фактически жизнь была довольно сложная и опасная. Интересное, интересное. Всегда мне говорят, ну вот как, почему вы не обозлились на то, что происходило, нету обиды. Есть люди, которые не приезжают, например, Володя Марамзин, замечательный писатель, который уже свыше около 50 лет живет за границей. И когда я с ним говорю, что неужели ты ни разу вообще еще не был в России, когда я приезжаю во Францию, он живет. Он говорит, и никогда не будет моей ноги там. Барышников известно, что Барышников не приезжает и, по-моему, не собирается. Да, и, по-моему, и не собирается, и не приедет. Бродский тоже не приезжал вообще все. Ну, я немножко по-другому устроен, видно. Поэтому я с радостью приехал, когда была возможность после 18 лет изгнания приехать на свою выставку, которую делал замечательный художник и замечательный человек Таир Салахов. Да. Вот. Это для меня было, опять же, чудом. Так же, как и чудо, когда я был отправлен во Францию, вместо того, чтобы отправиться в места, как я говорю, очень далекие от любимого города. Но это делали сотрудники госбезопасности, которых мы сегодня привыкли поливать грязью и кричать о том, что они нас травили, травили и травили, забывая о том, что травили-то мы сами друг друга, понимаете? А те люди, которые нас арестовывали и скручивали нам руки, это в основном были исполнители. Вы что, хотите сейчас их как-то, не знаю, поблагодарить, оправдать, сказать, что они все правильно делали или что? Или поблагодарить, что они не отправили вас в Сибирь, совершенно а отправили на восток, а на запад? Да, у меня была 64-я статья. Это что такое? Это нанесение ущерба своей родине, измена ей, естественно. И расстрел с полной конфискацией имущества. Вот сейчас вышел 10-й том. Сейчас, правда, уже 11, но в 10-м томе истории КГБ там описано полковниками госбезопасности, как была установлена за мной слежка, наружные наблюдения, как они прослушивали все, что говорилось в моей мастерской. И там, кстати, говорится, что, в общем-то, должен был состояться процесс, и у меня 64-я статья. Я даже не думал об этом, я просто случайно узнал, когда мне подарили эту книгу. Вот сейчас уже?
сейчас, а я-то думал, что у меня приблизительно типа 58-й статьи, вот как там у Лехи, у тебя какая была? Да нет, у меня совсем другие. У тебя другая? Тогда не ну, было во всяком случае, я думал, что ну 10 там лет, 5 по рогам, ну что там, как говорится, пятерку вообще в то время говорили, на горшке просидеть можно. Даже никто и не считал, что это срок, 5 лет, подумаешь. Я боюсь, что я не могу вот так легко поддерживать разговор. 64-я, 58-я, по рогам, 5 лет. Вот я, мне хочется остановиться в каждую секунду, уточнить. Вы спросили меня, как мы жили, когда мне было 25 лет. Да, сказать, что, простите. Нет, ну не то, что я совсем такая... значит, фифа интеллигентная. Но я правда так... Наверное, к счастью, что я не могу так статьями УКА оперировать. Хорошо, а как... Вот мы сразу так... Вот видите, художественный взгляд, он сразу широкий. Если вспоминать ваши 25 лет, как вы себе представляли будущее? Ну, мы с Лешей тоже столько же знакомы, да, когда... Ну, я, например, жил на автопилоте. На автопилоте? Да, ну... То есть вот эта советская действительность, она и задумываться нечего было, 25, все было понятно, да? В 25 я уже был кандидат технических наук, старший научный сотрудник. У меня было больше 50 научных трудов, там, по гидродинамике я занимался этим. И тренировался одновременно. В общем, мне все нравилось. Как, ну, Ленин когда-то сказал, что нельзя жить в обществе и быть от него свободным. Да. Ну, я и не был свободным от него. Ты прямо, вот. Говорит, комсомольцем был? Был. О, гад. Сейчас многие... А я не был. А я была. Сейчас многие представляют себя, у кого там какие-то неприятности случилось, типа там наших, как у меня и Миша. Вот, что они были борцы со существующим строем, там, антисоветчики какие-то, там, диссиденты. Ну, я, например, никогда не был. Самое большее, в чем можно было обвинить, там, меня, может быть, был аполитичен слегка. Вот и все. А что ж тогда не то? Почему же властям это... почему же вы властей не устраивали? Что такое? Как вам приписывали? Да. Эстетическое развращение это было? Да. Вам сказано. Ну, за что я был исключен из СХШ, средней художественной школы. Я должен напомнить то, чего вы наверняка не знаете, но в мое время Ван Гог, Сезанн и Ренуар, импрессионисты, я уж не говорю о Пикассо, там вообще о Сальваторе Дали, вот эти замечательные художники-импрессионисты, они были объявлены представителями упадочной буржуазной культуры. И, в принципе, они были запрещены. Вы не могли купить книги Ван Гога, там вообще там с репродукциями Сезанна какую-нибудь книжку. А у меня они были, потому что я вырос в Германии, демократической, правда. И у меня были какие-то книжки, друзья присылали. И я, естественно, с радостью делился, показывал моим друзьям. Это и было криминалом, за что меня первый раз, мне было, по-моему, 15 лет, я уже был вызван на допрос с моими репродукциями. В 15 лет? Да, а в 16 лет мне было сказано уже, когда меня исключили, мне было сказано, что больше никогда ты учиться нигде, ни в одном заведении не будешь. Я пошел сдавать экзамены в семинарию, и там мне сказали так вообще, мы боимся неприятностей, вот, сказали, что если вы поступите к нам, у нас будут кое-какие неприятности. И мы вас устроим продавцом свечек или просто уборщиком. А через 2 года мы тихонько вас, так сказать, введем в семинарию. То есть вы пошли в духовную семинарию на иконопись? Нет. Просто учиться на священника. Ага. Вот. И все, я поблагодарил митрополита, повернулся и ушел. И стал чернорабочим. Вот и все. Ничего особенного. Все нормально. Мне кажется, что просто можно снять остросюжетное кино о молодых годах Михаила Шемякина. Но все-таки я вас хотела спросить про ваши 25 лет. Все-таки можно ли сказать, что судьба вас как-то более щадила? И не по такому сценарию пусть. Трудно. Я вижу, что хотя мы занимались все втроем разными вещами совершенно. И, кстати, все втроем не занимались политикой никак. То есть нас трудно было назвать диссидентами. Его там, в живописи и в графике. Лёшка занимался каратэ. То есть, собственно, я занимался музыкой. То есть я сейчас пытаюсь как-то
объединить. А в чем, собственно, дело? У нас одинаковая ситуация была. Я же тоже занимался рок-н-роллом, и мне в голову не приходило никакой политики. Я приходил к нему на тренировки, а они там приходили ко мне на рок-н-ролл, и мы балдели друг от друга, потому что карате вообще это было фантастика. Но Леша как бы номер один человек в стране был, который, в общем-то, с него началось все карате в стране. Ну, его и посадили. Ну, и у нас та же самая ситуация была. Когда ты начинаешь что-то новое, оказывается, вот, ну, зависит от режима, до какой степени он не приемлет ничего нового. Но, в общем, у нас всех троих, наверное, общее то, что мы, в общем, по большому счету политикой-то не занимались совсем. И занимались своим делом, абсолютно не задумываясь. Вот кайф ловили. Хорошо, а как вы себе представляли ваше будущее? Вот что, ну, как вы себе представляли, что вы будете делать в 2018 году? Что касается рок-н-ролла, то это, конечно, тупик был откровенный, потому что, в общем, все люди вокруг делали карьеру, заканчивали МГИМО и правильные институты, и пытались уехать за границу в командировку куда-то вот по этой линии. В общем-то, это единственная была тема, как можно было. А мы, идиоты, играли рок-н-ролл и вообще не думали про то, что будет потом. Просто ловили кайф, который был. Я думаю, ты тоже так же. Ты же не думал о том, что будет дальше. Это очень абсолютно важный вот момент. Ты как раз упоминаешь, два или три раза сказал, что мы никогда не были диссидентами. То, да. Так, как Леша тоже сказал. И я должен вот подчеркнуть, когда я даю интервью или давал интервью, даже за границей, обычно всегда объявляли диссидент, художник. Я всегда подчеркивал, что я никогда не был диссидентом. Диссиденты – это вот я дружу и считаю его одним из уникальнейших мужественных людей. Это Володя Буковский. Я знал хорошо Наташу Горбаневскую, Вадика Делане, который умер в 33 года, отсидев вот в лагерях 3 года за 3 минуты демонстрации против вступления советских войск в Прагу. Да, вот. Которая их как повязали. Раз 50 лет исполняется в этом году. Да, их повязали. Вот, это был Дремлюга, это была Наташа Горбаневская, которая, по-моему, потеряла из-за этого своего ребенка, у нее крошечный ребенок был, и Вадик Делане. За 3 минуты они каждый получил 3 года. Вот. Это были диссиденты. Якир. Вот. Они занимались политикой, а мы политикой не занимались. И я всегда подчеркиваю, мы были инакомыслящими. Нас так и называли, инакомыслящие. А это в то время уже было преступлением. Я никогда не забуду письмо, я очень много в юности занимался Бетховеном. С музыкой и письмами, биографией. Меня всегда интересовала жизнь великих людей. И я никогда не забуду одно письмо Бетховена, когда свирепствовала австрийская полиция. И он написал своему другу: слова связаны, но, к счастью, звуки еще свободны. И вот, когда я размышлял о судьбе Бетховена и нашей судьбе, я подумал вообще, ведь я же жил в то время, когда и звуки были запрещены. Вот я дружил. Хотел сказать. Да. У нас тут дело не в словах. И даже какие-то, конечно, вообще движения, которые не могут, конечно, иметь в себе никакой идеологии, да, и политики. Но не звуки, но даже мышление. Даже если вы мыслите не так, как, так сказать, вообще положено в Советском Союзе, значит, вы уже становитесь тоже где-то преступником. Вас называют инакомыслящим. И вот вы являетесь для простых людей диссидентом. Но диссидентами... Мы, я говорю, повторяю, не были. Мы были всего-навсего инакомыслящими. Или инаковидящими. Интересно. Да, потому что... Само появление этого слова, вообще понятия, оно уже говорит о том, что есть какое-то правильное мышление, а есть какое-то неправильное. А есть неправильное правильное. Они по-своему были правы тоже. Я всегда стараюсь понять. Но интересно, что звуки запрещены вообще. Звуки, что, да. То есть звук сам себе... Еще откуда же пошло от саксофона до ножа один шаг? Потому что вот звук саксофона, он уже был антисоветский. У нас там саксофона гитара. До ножа один шаг? Известная вещь. Да, что, да. От саксофона до ножа один шаг. Сегодня он играет джаз, а завтра родину продаст. Да. И у рок-н-ролля то же самое. То же самое гитара, громко, когда с фузом играет,
что это само по себе уже антисоветское явление. Да. Сегодня на барабане в бороде, громко. А завтра где? В НКВД. Михаил, вот немножко об этой выставке. Я так понимаю, что на ней были собраны ваши работы 60-х годов. При том, что известно, что вам, когда вас в три дня высылали в 71-м, не дали ни одной работы, вообще ничего вывести. Как они сохранились? И какими глазами вы сейчас смотрите на эти произведения? Ну, вы знаете, эта выставка, которую я увидел впервые вот несколько дней тому назад, когда приехал из Франции, и это для меня был таким каким-то неожиданным сюрпризом, потому что коллекционеры, которые собирали мои работы, они дали эти работы для вот этой выставки в моем центре. Коллекционеры собирали в 60-е годы? В 60-е годы они собирали мои работы. И они отдали 50 работ. Кто-то привез из Москвы, кто-то был в Петербурге. И они просто дали вот эту работу. И с фотографиями выставлены были в моем центре. Детям, правда, до 18 лет вход запрещен на эту выставку. Потому что там фотографии моей мастерской, а там обнаженные натурщицы на фоне туш мясных. Поэтому ребенок может неправильно понять, что такое женское тело. И мне было интересно. Конечно, так сказать, я скептически отношусь не только к тем работам того периода, даже то, что я делаю и сегодня. Вот. Где-то удача, где-то неудача, чаще всего неудача. Вот. Поэтому я где-то, наверное, и двигаюсь тихонькими шагами вперед. Это вот как раз один вот здесь однорукий человек. Это мой самый большой коллекционер в те далекие 60-е годы. Это профессор Перфилов, один из создателей, тоже участник создания атомной бомбы, который собирал мои работы. То есть уже были, несмотря на то, что вы были молодым художником, изгнанным из вузов, Вот какая фотография прекрасная. Это но были уже ценители. Да, это я пишу. А здесь как раз мы на как фоне работы портрет, да. С Ильей Кабаковым, с которым мы в свое время дружили. А там моя первая выставка в 62-м году, которая была арестована. Внизу это Николай, это Иван Годлевский, художник, и я молодой в какой-то дурацкой шлепенке сижу с дурацким видом. Ну вот, это 60-е, в 71-м, как мы уже говорили, высылка Шемякина высылают во Францию, и вы знакомитесь во Франции с... Ну, в 77-м году мы познакомились. Мне посчастливилось через «Спутник». Это была такая организация, которая молодежь отправляла там в круизы. Я попал в круиз вокруг Европы на пароходе. А Володя подгадал вот этот мой приезд, и они были в Париже с Мариной Влади, они меня встретили и привезли к Михаилу в мастерскую. И там и квартира, и мастерская, все было в одном месте. Что меня поразило тогда, что когда вот мы поднимались по лестнице, я увидел вдруг одна из квартир, вместо двери там зияла дыра какая обуглившаяся. Я спросил, что это такое. А Володя мне говорит, это вот Мишу хотели взорвать. Ну, перепутали квартиру. Я не знаю, кто хотел, что меня тогда, первый раз меня это, так сказать. Это действительно так было? Да. Ну, я вам говорю, это было так, конечно. Я очень был рад, что взорвали. А этажом выше вот это... Со мной скандалил. Этажом выше... Я ему мешал спать. Этажом выше жил Миша. И я несколько дней там незабываемых провел вот в компании Михаила и Володи. Они мне показывали Париж, показывали много всяких интересных вещей. Вот. Началось с того, что я Мишину собаку, Урка был такой бультерьер, но я... Урка, да, звал. Потом Миша ему сделал памятник, в Клаверате он там находился. Сейчас. Да, когда он умер, я плакал и в эту же ночь сделал маленький эскиз памятника моей собаке. Вот. Ну, я его принял за поросенка, он был такого белого цвета и был уверен, что... Ну, мы же не видели никаких бультерьеров в СССР. Какие бультерьеры? Дворняжки там, овчарки. Они надо мной потом долго смеялись, издевались, что, значит, над моей дремучей серостью. Потом вы меня повезли вот в плац Пегаль, показали мне там со всякими шутками.
Там такая была история, когда Володя говорит: Леша, тебе нравится вот эта девушка? Там, ну, действительно, там какие-то ходили. Я говорю: да, ничего. Он говорит: а между прочим, это мужик. Вот. Через 3 минуты выяснилось, что точно такой же номер Миша с Володей проделал на прошлой неделе. То есть это уже отработанная шутка? Да, да, да. Он тоже ему понравился. Оказалось, там Миша уже знал, он же был старожил, он лучше знал, там, кто мужик, кто не мужик. А мы могли там купиться на это дело. Нет, с Володей вообще была смешна. Я повел его в такой клуб, где часто бывал Сальватор Дали. Да. Потому что Сальватор Дали писал, и у него последние годы он, в общем, расстался с Галой. И он как бы дружил и в его замке жил травести. Вот. И многие этого травести знал весь Париж, потому что он делал рекламу женских колготок и чулок. Потому что Сальватор Дали заявил во всеуслышание, что мужские ноги, они красивее женских, если они действительно красивые. Вот. И там был такой интересный музыкальный клуб травести, где они пели и танцевали. Народ действительно удивительно талантливый, в основном это бразильцы. Uh-huh. Вот. И я повел туда Володю, ничего не сказав ему о том, что там нет ни одной женщины. Uh-huh. Вот. И Володя сидел, слушал, смотрел их танцы, они рослые, красивые, необычные, роскошные волосы. Некоторые, может быть, и были в париках. Но они подсаживаются как бы к тем людям, которые сидят, выпивают с ними бокал шампанского. И я смотрю, через некоторое время Володя уже треплется с каким-то из травести, значит, вообще заказывает шампанское. Потом мы вышли вечером, он говорит: боже ты мой, значит, я уже обменялся, говорит, телефонами с Ванессой, у них у всех женские имена, вот, и ты знаешь, говорит, она похожа на мою первую любовь. Я был потрясен, а как она танцует, все. И мы идем, и потом я так тихонечко говорю: а знаешь, Володя, между прочим, там не было ни одной женщины, и Ванесса тоже не женщина. И вдруг я смотрю, он побледнел, ему просто стало дурно. И Володя говорит: ты знаешь что, я почти чуть не потерял сознание. Это, говорит, второй, третий раз в моей жизни. Первый раз, говорит, когда я у Бураковского, мы дружили с таким профессором, знаменитым хирургом, который делал операции на сердце у детей. И он однажды пригласил Володю посмотреть. И Володя говорит: когда я увидел вообще, что он делает, я понимал, что он делает чудо, но мне стало дурно, говорит, я стал оседать на пол. Второй раз, говорит, я чуть не упал в обморок, когда я приехал из страны победителей, а Марина меня в Германии повела в обыкновенный супермаркет. Я увидел вот эти колбасы, ветчины, сыры, вообще изобилие всего, и мне стало дурно. А третий раз, вот когда выяснилось, что эта красивая женщина, похожая на его первую любовь, всего-навсего здоровенный, красивый мужик. В общем, ты издевался над нами, как хотел. Ну вот скажите мне, вот эта разница, которая сейчас, уже спустя десятилетия, и у нас теперь в супермаркете есть все, и тоже есть люди, переодевающиеся как хотят. Неужели такое есть вообще? У вас. Ну, слава богу, меньше намного, чем так. Смотрите, я просто... Это, конечно, очень хорошая тема, но мне кажется, что у нас есть еще другие... Я хочу... Вопрос мой очень простой. Насколько вот эта разница просто образа жизни, разница материального мира вокруг, насколько она была принципиальна в том, что люди делали, художники, поэты, артисты, музыканты, насколько это меняло вообще голову и представление на 180 градусов, или на самом деле разницы нету? Все мы люди, и самые главные вещи, они не зависят от ассортимента колбас в супермаркете, если мы говорим о любви, о судьбе, о вере, о каких-то базовых вещах. Как вы думаете? Ну, я думаю, что люди все разные, не зависит от того, они творческие, там, художники, музыканты или кто-то еще. Просто люди разные, по-разному вообще относятся к жизни. Для меня это тоже странно, то, что Володя так среагировал на супермаркет, потому что я как бы не обращал на это внимания, хотя факт есть факт, никуда не денешься. Я тоже когда-то первый раз попал за границу. Но когда-то тоже довольно странно, потому что вот я не знаю, как удалось Володе ездить за границу, даже еще жениться на иностранке, потому что в 70-х и даже в 80-х в начале это просто был криминал, за который там Володю Фельдсмана лишили всего и выгнали. Поэтому я не знаю, как ему удавалось. Я был запрещен практически до горбачевских времен, и меня не пускали никуда вообще.
И вообще прям как бы запретили название цветы как пропаганду хиппи. Угу. Я тогда говорил, что, наверное, цветочные магазины запретить, потому что пропаганда хиппи. Ну, как бы они не очень думали. Запрещали все. За первые 10 лет нашей жизни, это 70-е все. Вот мы в 69-м, я сделал группу «Цветы». И все 10 лет следующие нас ни разу не показали ни по телевизору, ни по радио. И ни разу ни в СМИ были запрещены упоминать наше название. Кого-то нас вообще нет. Там замминистра культуры меня однажды вызвал, сказал, что вот вы музыкой заниматься не имеет смысла. Пока я здесь на работе, вы как бы должны этим прекратить заниматься. То есть какой музыкой? Мы первые 10 лет пели невинные песни про «Звездочку мою ясную» и про там, я не знаю что. Какая там, где там что? То есть я начал писать уже такие более-менее жесткие песни. Это в 80-х, когда уже меня закрыли все, забрали у меня паспорт. И как бы прокуратура сажать нас собиралась. То есть, вот мы опять об этом говорим. Странно. Мы говорим как бы о том, что с одной стороны политика происходящая очень влияла на жизнь, просто меняла судьбы, а с другой стороны вы опять говорите, что вы были совершенно аполитичны и просто занимались теми вещами, которые человека в любой стране может интересовать. Я хотела спросить про ваши совместные проекты, про ваши спектакли. И в частности был спектакль, который был посвящен как раз эмиграции. Правда, не парижскому вашему периоду, а, я так понимаю, нью-йоркскому, да? Как сейчас, глазами современного зрителя российского, смотреть на 80-е годы Нью-Йорка? Ну, вообще, это один из самых популярных наших спектаклей. Жанр, которого довольно трудно определить. Что ты, Миша, скажешь, как назвать жанр? Ну, мне очень понравилось, помнишь, когда ты сделал маленький банкет за кулисами, как говорится, и там присутствовал режиссер. Сережа Соловьев. Сергей Соловьев, да. И он подымал тост и сказал, что, говорит, я сидел на этом спектакле на твоем, говорит, Миша, и все размышлял, что это за жанр, потому что я понимал, что это не, совсем не тот спектакль театральный, к которому мы привыкли. И, говорит, в середине спектакля меня озарило сценическое свидетельство. И это действительно было точно, вот, потому что то, что в этом спектакле показывается, это фактически я вспоминал, что происходило вот в этот день или в 2, 3, 4 дня со мной в Нью-Йорке. И мне было очень легко делать эту пьесу, потому что я просто вспоминал, кто что сказал, кто кому набил морду вообще, вот, кому я набил морду вообще. Ну, естественно, я вспоминал вообще, каким я бываю пьяным, вообще, каким я бываю трезвым. Бывал. Вот. Да, бывал, да, потому что я, в общем, давно в завязке. То есть это вот такой интересный спектакль, но мне понравилась статья, я, к сожалению, забыл имя замечательной вот этой журналистки из моей любимой газеты, это «Новая газета». Статья называлась, там были сфотографированы мои сапоги, вот, и шла шапка «Болевой порог Отечества». Вот это название точнее не придумаешь. Вот этот режиссер замечательный придумал, что это за новый жанр. Сценическое свидетельство. «Болевой порог Отечества». Потому что весь спектакль посвящен чему? Не пьянкам Шемякина, не даже мастерской, не Лимонову, не Довлатову, который там присутствует. Он посвящен тому, что о чем сегодня люди не могут представить. Нас выгоняли навсегда. Вот как раз там мой монолог в конце. Я говорю, ребята, а давайте вот задумаемся о том, что-то из себя являет слово «навсегда» для нас. И что такое слово «никогда». То есть никогда мы не увидим Невский проспект, мы никогда не услышим вот этот запах старых картин Эрмитажа, где я 5 лет проработал такелажником. Я говорю с этой Костей Кузьминским, я говорю, Костя, ведь никогда этого больше не будет. Мы осознаем это или нет до конца? Потому что я понимал, что 18 лет подряд я должен был смириться с мыслью, что ведь я никогда не ступлю больше на русскую землю. Я никогда не увижу своих друзей. Отец мой умер, мне даже не дали, так сказать, вообще приехать его похоронить. Да мне и в голову не пришло бы такое попросить вообще. Кто бы меня пустил когда-либо.
У нас была такая диссидент. У вас не было паспорта советского? У меня был так называемый нансовский. Лицо без гражданства, да. Без родины. Самая жалкая бумажка, которая в любой стране, куда бы я ни приехал, я был самый последний, и меня унижали так, как могут только унизить, как говорится, пограничники любых стран. Потому что они не понимали, что это за бумажка. Это маленькая картонка с моей фотографией «Человек без родины». Но я в любом плане, в основном, так сказать, в спектакле думал о том, чтобы заставить людей, которые смотрят этот спектакль, все-таки понять, что на сегодняшний день совсем иное время. Мои студенты, я преподаю в Академии Штиглица, они иногда у меня во Франции, где они проходят мои курсы, они могут совершенно спокойно сказать, а может быть, в следующем году удастся съездить в Италию. Понимаете, в мое время, ну, можно было пойти в школу космонавтики, побывать в космосе, но я помню, когда... Это было более реалистично, чем поехать попасть в Польшу. Я помню, меня пригласили поляки, и я пришел, как идиот, в АВИР, и там был хороший парень, который вынес две вот таких пачки документов и сказал, вот смотри, вот документ, ты должен принести справку из первого класса начальной школы, что ты сдал в школьную библиотеку все книги. Потом дальше он говорит, а вот здесь прочитай. Люди, которые выросли в демократической республике, любой, Польша или в Германии, а я вырос в демократической Германии. Вот. Ваш отец там работал по программе, да? С 46-го года я жил в Германии. Uh-huh. Вот. И они никогда не подлежат выезду из Советского Союза, говорит. Вот что такое было то время. Поэтому вот наш спектакль, который мы сделали, он как раз вот поднимает эту тему страшную в то время. Вас сажают в самолет, и вы навсегда улетаете, понимая, что... Причем я-то улетал вообще в довольно сложных условиях, потому что меня, как я опять подчеркивал, спасали сотрудники. Один из них был мой коллекционер, вот полковник Попов. Но мне было запрещено даже попрощаться с родителями. Это было условие. С собой ничего, даже маленького чемоданчика. Поэтому, когда я по дурости решил выехать из того города, в котором я родился, знаете, мистика, меня высылают вообще в свободный мир. Я, значит, вообще улечу из того города, где я в 43-м году был произведен на свет Божий. Из Москвы? Да, из Москвы. А в то время уже начались какие-то сбои, потому что ленинградское КГБ не сообщило московскому, что я высылаюсь по решению, значит, вообще навсегда. Люди едут с чемоданчиками, кто-то с чемоданом вообще, туристы в основном. А я в солдатском полушубке, в сапогах, в фуражке, и ничего в руках нету, кроме сеточки, значит, вообще с ножичками. Все-таки мне разрешили сетку пластиковую взять, я туда наложил, значит, вообще вещей для натюрморта. Вот. И меня начинают обыскивать, потому что если человек уезжает навсегда и с собой даже не берет чемодана, значит, наверное, он напичкал себя бриллиантами, вообще изумрудами и все. И меня начинают, снимают сапоги, шилом прокалывают, значит, вообще мне подошвы, разрывают фуражку, значит, ищут что-то в подкладке вообще. Одним словом, раздевают догола и пытаются что-то во мне найти. Вот так нас изгоняли. Это нужно было вообще понять, вообще, что это было совершенно другое время. Вот сегодня люди говорят, вот у нас чего-то не то, нас притесняют вообще, у нас свободы не хватает и прочее, прочее. Я думаю, бог ты мой. Вы бы, так сказать, вообще в то время машину времени сели, и вы тогда поняли, что такое, что за время сегодня. Хорошо, а что бы с вами было, если бы вас не выслали? Вот если бы вы могли, предположим, остаться работать такелажником в Эрмитаже, вы были бы другим художником сейчас? Я не знаю, каким бы я был, но, наверное, так сказать, продолжал бы работать и что-нибудь любопытное, возможно, бы сделал. Вы как человек, которого не изгоняли, как вам кажется, насколько иммиграция поменяла всех тех людей, вот, и вашего друга Шемякина, чей день рождения мы сегодня отмечаем? Я пытаюсь понять, насколько... Я думаю... Мы все время сегодня говорим о связи политики, в которую ты сам не хочешь лезть, и искусства. И как они пересекаются или не пересекаются. Мне кажется, никакой разницы нету. Вот если где человек... работать? Да, по большому счету. Вот если меня касается, у меня такое ощущение, что вообще внешняя среда на меня мало влияет.
И я думаю, с Мишей та же история. Здесь он пишет, или там он будет писать. Жизнь меняется, это другое дело. Жизнь, потому что как, куда ты денешься от нее. А твои внутренние как бы, понимания искусства, ощущения твои, там, я не знаю, там, как это все называть, не хочется сейчас придумывать термины, но тем не менее это совсем никак не меняется. И есть люди, которые... Это говорили мы, люди 21 века, которые... Нет, в любом времени. Приезжающие иметь в любом времени. В любом времени. Просто, ну, когда, если речь о кинематографе, да, то в советские времена был же Тарковский, был же Параджанов, на всякий случай, и другие, а сейчас что-то их нету, да, хотя все свободно. Поэтому запреты не всегда, да, даже в тюрьме люди там... Вот... Осторожно, не скажите, что это хорошо для искусства. Нет, я этого не говорю. Пожалуйста, не говорите. Это у нас есть люди, которые это постулируют прямо. В связи с этим. Ну, если это другого жанра, как вот касается, я не знаю, той же музыки, ну, наверное, если бы я за рубежом был и то же самое делал, то, наверное, раньше было бы, ну, не то, что раньше, просто не то, что легче, или еще во всех случаях, просто, наверное, я раньше бы был знаменит во всем мире, потому что, в общем-то, мы начали вместе со всеми суперзвездами, и теперь мы дружим вместе во всем, сейчас, кстати, мы делаем... В следующем году будет 50 лет группе «Цветы», хорошо представляете? Полвека группе. И мы готовим очень интересную работу. Наши песни, значит, будут петь звезды американские и английские. Это как бы такой сюр. Обычно наоборот все бывает. Да. Здорово. Поэтому, я хотела еще успеть поэтому спросить. Не меняется никак. Да, во-первых, к Алексею хотела обратиться. Вот, а как вы, человек, проживший здесь всегда, но у вас много друзей, который вот как например, Михаил. Надо, я хочу, чтобы вы еще не забыли одну вещь. Человек из нас единственных отсидевших. Если я отсидел в сумасшедших домах, то Леша отсидел в лагере. И у нас с ним интересный момент, потому что когда он приехал и продемонстрировал мощь своих мышц, и это Володя Высоцкий сказал, говорит, Леша, покажи вообще весь комплекс вообще мастера карате. Я был, конечно, потрясен всеми этими взмахами руки, свистом и всего. И я узнал о том, что уже есть предложение Леше основать школу карате, возглавить школу карате в Париже. И я сразу стал ему говорить, слушай, парень, оставайся, потому что, понимаешь, у меня есть ощущение, что... Почему вы не остались? Каков для вас был... Я говорю, тебя могут посадить там. На что он мне сказал, ничего, я там защищу диссертацию, я приеду и я останусь. Действительно, там и Миша, и Володя, они мне говорили, что они опытнее меня, они были намного. В житейском плане Миша вообще академик уже был по этим делам. Вот. И он говорит, тебя обязательно посадят. Я говорю, так за что меня там не должны посадить? И все. Он говорит, ну вот посмотришь, я это чувствую, вижу. Ну, забегу вперед, скажу, что я все-таки сейчас вот с высоты времени сегодняшнего я никогда не жалел, что я не остался. Я рад, что я, так сказать, вернулся все-таки. Но Миша оказался прав на 100%. И потом, когда я вернулся... из лагеря, и мы встретились очень скоро, буквально через месяц или два после моего возвращения. Я Миша все время помнил о том, что он говорил действительно да. Так. Ну и Володя, в общем, тоже к нему присоединялся. Я говорю, а ты? Он говорит, со мной ничего не будет, я там слишком известен и прочее, а тебя точно. Говорит, шпионов на всех не хватает, они из тебя что-то сделают. Оказалось, действительно так, да. Вот, и... Когда я вернулся, я Мише подарил, у меня была такая история, там, мне удивительным образом удалось провести один медальон с собой через лагеря, я не буду говорить подробно, как это, отдельная история. Вот, и я Мише, вот, в знак того, что он был прав, в знак уважения, от радости, что я его снова увидел, я ему подарил это изображение Фортуны. С одной стороны, это голова Фортуны, а с другой стороны, это... Вот, вот она, да. Это то, что это... прошло 8 лет лагерей. Ага. Да, 7. Ну, все равно. 7. Чуть, да. Мыли, спрятали. Да, это Фортуна, женщина с завязанными глазами, а с другой стороны, штурвальное колесо, которое она крутит и не знает куда. Мне когда-то подарила одна женщина, очень хорошая, знакомая, до вот этого, и я ее носил. И когда меня арестовали, эта Фортуна была при мне, и мне каким-то удивительным образом удалось ее... провести. Вот это та самая, которая прошла все лагеря, все. Простите, я вот оттолкнусь от... Какое у вас ощущение вот людей, сидящих за этим столом? Она крутит колесо штурвал или вы крутите, Михаил?
По-моему, оба. Вы вместе? Сорвало меня с языка, да. Я хочу еще успеть спросить вас, может быть, несколько слов. Вы скажете о том балете, который вы сейчас готовите. Что это будет за балет? И я знаю, что Шемякин не только художник в этих постановках. Да, да. Ну, когда вот мы с Мишей сделали этот спектакль, и он познакомился с театром, То, что мы говорили про эмигрантов в Нью-Йорк. Да. Да, это, собственно, спектакль сделан по воспоминаниям Шемякина. Mm-hmm. То есть это его жизнь. Да. Свидетельство реальное и конкретное. То есть там нет никакой фантазии в том. Сценическое свидетельство, да. Абсолютно. Вот. А он, соответственно, познакомился с театром. А театр довольно интересный, потому что актеры, в отличие от других театров, имеют три профессии. Актерское мастерство, естественно, но кроме этого они еще и танцуют профессионально, да, и профессионально поют. Угу. То есть вот эти три качества, трипл трек, так называемый, позволяют делать спектакли абсолютно разные. То есть если обычно бывает, знаете, в любой труппе кто-то танцует, кто-то поет, а кто-то играет, да, то здесь все одни и те же люди. И это позволяет делать совершенно разные вещи. Мы делаем отдельно балеты. Отдельно делаем вокальные спектакли. Что сейчас вы делаете? Когда он это увидел, наверное, я думаю, что с этим связано. Он мне предложил написать балет совместно. И балет этот, я не знаю, Миша будет говорить или я. Но, во всяком случае, это балет основан на скульптурной композиции, которую сделал Миша. И она стоит в Москве на Болотной площади. Вот расскажи лучше сам. Это «Дети жертвы порока взрослых». Это да. Было время, когда я пришел к Юрию Михайловичу Лужкову и сказал: Юрий Михайлович, ну, может быть, я знаю, что вы помогаете там скульпторам, там, да, в частности, Зураб Константиновичу. Я говорю, я сам по профессии скульптор, учился у Китайгородской вообще, и леплю, и вообще не очень плохо. Может быть, что-нибудь все-таки вы сдадите мне заказ, потому что я, говорю, сижу полностью на мели, и, как всегда, так сказать, зубы на полку, денег нет. Он говорит, конечно, у меня давно проект вообще, берет бумагу и дает мне список 12 или 13 пороков. Вот. Так это Лужковский проект? Это Лужковский проект. Это он вам подал идею? Да, 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 да. Это его проект полностью вообще, Лужкова. Вот. Он говорит, вот у нас проблема с детьми, дети в опасности, надо сделать памятник жертвы пороков, значит, дети жертвы пороков взрослых. Вот эти пороки нужно обозначить в бронзе, сделать детей, и мы их будем защищать таким образом. Я посмотрел этот список, там вообще и садизм, и детская проституция, и, в общем, чего там только не было. И пьянство, алкоголизм, конечно, и наркомания. Вот. И я был озадачен, потому что, знаете, люди привыкли к реалистической скульптуре. Это не простая художественная задача, да. Да. Я просто-напросто долго, полгода размышлял, собирал материалы и сделал в той символике, с которой работали мастера, начиная с 15 до 18 века. Например, безграмотность, которой страдают многие дети, допустим, отсутствие образования. Это изображался осел с погремушкой танцующий. Дальше. Разврат. Лягушка в платье изображалась. И одним словом так. Единственное, что мне придумало, новое пришлось придумать, новую фигуру порока, это наркомания. В этом есть что-то из, мне кажется, из венецианского карнавала, которым вы тоже занимаетесь. Конечно, нужно было подать эти пороки все-таки, так сказать, вообще в эстетическом ключе. Да. Ну, представьте себе, я бы, допустим, там есть, он обозначил один из грехов взрослых по отношению к детям, это жестокость и садизм. Да. Это изображалось в средние века человек-носорог. То есть толстая кожа, он не чувствует боли, да, других, когда делает все. Ну, а если бы идти по школе реализма, ну, наверное, нужно было сделать Чикатило. Или плетку какую-то, да. То есть, но все-таки к этим образам еще нужен словарь. Или его нужно просто иметь в голове в качестве такого гуманитарного образования. Или... Ну, там просто надписи идут. Да. Самый страшный порог – это стоит у меня человек-гроб, потому что все это происходит от равнодушия. И мы решили, как вот эти фигуры оживить и сделать интересный балет, связанный вот с этой темой. Дети и взрослые. Ну, конечно, там будет много чего, потому что либретто – это должно быть мое, музыка – Стаса.
танцевать будут, так сказать, наши ребята. Но я думаю, что это будет очень интересная вещь, потому что я хочу показать вообще все-таки, насколько было интересно наше советское общество. То есть вот здесь упадочные какие-то вещи и прочее, и вдруг выходит барабанщик, вообще выходят советские пионеры, и выясняется, что, так сказать, вообще к детям отношение было... Это тоже жертвы порока взрослых, они? Это не барабанщики. Это наоборот противостояние, так сказать, вообще тому, что неужели происходит. Неужели вы восславите советский строй? Чуть-чуть. Вы знаете, мы привыкли, так сказать, вообще все крыть. Вот кончился Советский Союз, все было плохо. Соцреализм, так сказать, объявлен, так сказать, большой бякой. А ведь школа соцреалистов дала колоссальных мастеров. Тишлер, Лабаас вообще, сколько было великолепных... Тишлер соцреалист? А? Лабаас соцреалист? Ну, в общем, официально он соцреалист. А, ну, может быть, официально для того, чтобы можно было выжить? Ну, нет. Ну, он писал самолеты и вообще прочее. А что такое соцреализм? Это что? Это тупое изображение, так сказать, натюрмортов или портретов? Соцреализм в себя включал массу интереснейших мастеров. Книжная графика, Фаворский. Это что, плохо? Это совершенно своеобразный почерк. Митрохин, Кравченко вообще. Мы же сейчас потеряли колоссальную школу вообще, великолепную. Поэтому я говорю, что мы не умеем гордиться сами собой. Было что-то в Советском Союзе то, о чем люди сегодня вспоминают со вздохом. И я их понимаю. Многие вещи в Советском Союзе были недопустимы бы. Те, которые сегодня происходят. Хочется возвращаться и успеть еще поговорить. Да, поэтому некоторые мои друзья меня называют большевиком. Да, но я хочу сказать, вы тоже к слову «советские» готовы как-то с ностальгией относиться? Или... Нет, у меня ностальгии не получается. Да и у Миши тоже нет. Он же не про это говорит. Это же не ностальгия по Советскому Союзу. Это речь идет о том, что, в общем-то, человечество живет, как бы, можно на клеймо поставить на плечо, назвать это советский да. строй, а можно это вот не советский. А в действительности это антисоветский. Да. Черно-белое делить невозможно. Да. А живут люди Согласна. Живые, где есть и добрые, и хорошие, и плохие. Даже комсомольцы, члены партии были очень достойные люди. Абсолютно. Хотя, в принципе, партия, конечно, делала страшные вещи в руководстве своем. Поэтому так что клеймо я, конечно, не соберусь ставить. Но для меня, конечно, так же, как и для него. Для нас всех троих. Конечно, то время было трагическим. И это понятно по нашим жизням и судьбам. Вот. А то, что вот балет, который мы делаем, я думаю, что вы абсолютно правильно сформулировали, что это такой венецианский карнавал. Потому что, когда я сейчас пишу музыку, почти уже сделал ее, и когда мы видим, как это будет в балете, то, конечно же, вот натурализм, который существует даже в скульптуре, где должно быть написано, что это, то у нас нигде не будет ничего написано. То есть это же будет, конечно, венецианский карнавал, где... Конечно, будут поэтизированы все и отрицательные, и темные стороны, и светлые. И это через музыку будет пропущено. И мне кажется, что это может быть вообще очень серьезным и достойным произведением, которое с одной стороны, имеет какую-то философскую основу и какие-то этические, моральные там, принципы и позиции, а при этом просто должно быть красивым. Как всякое произведение искусства. Я хочу успеть спросить вас, Михаил, перед вами неожиданная для меня книга, которая так вот в первую очередь мне не придет в голову, какие книжки читает Шемякин. «Словарь русских народных говорах». Да. Да. 41-й. Да. Том 41. Том 41, да, многотомное издание. Можно я посмотреть? Что вы там вычитываете? Или не я открою, а вы откройте и прочтите мне, что у вас там... О, подождите, здесь столько заметок, столько... Нет, просто на первую страницу надо открыть. Столько ваших дальше, помет? Дальше, ничего дальше. Себе, ничего себе. А нет, дальше. Как вы с этим работаете? Суворица, суда... Сузаранку. Зачем вам словарь русских народных говоров? Как вы это используете? Дело в том, что этим занимался Александр Солженицын, первый. Я не знаю, вы знаете или нет, но он много лет сидел с четырехтомником Даля. Да. И он издал словарь. С его портретом он издан был. Мало кто знает о том, что эта книга, в общем, была сделана давным-давно. Но это называется «Словарь русских слов забытых», которые могут быть снова воскрешены. Я делаю это все совершенно по-другому. Я обращаюсь к рисунку. То есть каждый, допустим, персонаж у меня, или, допустим, предмет быта, вот,
он снабжается рисунком. Таким образом, я хочу сделать своеобразные такие рисованные азбуки, где дети, особенно, вот сейчас мы говорим, разговаривали вчера с Союзмультфильмом, где, возможно, мы будем делать утренние программы, где будут выскакивать смешные персонажи с интересными именами. Но на самом деле, так сказать, это просто-напросто один и тот же человек. Это все растяпы, или разини, или лентяи. И дети будут... Опять карнавальные, такие средневековые персонажи. Будут находить новые дразнилки, понимаете? То есть они будут использовать эти слова для того, чтобы, так сказать, дразнить друг друга. Там лентяй, бездельник, лежебок, растяпы вот и прочее. Что, кто вот. Вы? Тюрюрюкала. Тюрюрюкала – это человек, который надоедливо дудит в какую-нибудь дудочку вообще все. На большее не претендует. Вот. А вы тюрень. Вот. Прекрасно. Тютерь, тяпша. Какие это хорошие слова. Большая работа, над которой я работаю уже не один год. И я думаю, вот на моей выставке, которая должна открыться 19 ноября в Москве, вот, в Музее современного искусства, на Петровке, там я буду показывать и оригиналы, и буду показывать вот свои... Вот это как раз то, что вы забрали. Вот они будут выскакивать вот так. Оттябель. Да, это все разини, растяпы. Ну, конечно, будут и положительные образы. Шмыга. Там. Рослые и мощные женщины. У них своего было обозначение очень смешное для этих женщин. Уж скажите. Не скажу. Вот. И вторая будет показана, это я работаю над русскими загадками. Я просто хочу показать уникальность мышления русского мужика, которым в свое время брезговали его языком, брезговали, так сказать, вообще его бытом. Вот. А на самом деле ведь в простонародье, где родились вот эти фантастические сказки, родились вот эти фантастические загадки, из которого вытекал тот же Хармс, Абериуты и все. Ведь это были гениальнейшие люди, которые создавали феноменальные костюмы, кокошники, и абсолютный, так сказать, вообще реализм бытия жесткий и одновременно вдруг выход в загадки, в полный абсурдизм такой. Как вы любите, в такой метафизической... Да, метафизический такой сюр, как я называю. Ну, например, я мучаю свою супругу, так обычно, я говорю, давай, Сарочка, я тебе сейчас прочту русскую загадку. Он говорит, не надо. Так, игольник Еруя. Точка. Двуххвостка, возьми цупызник и уцепызни его. И я делаю, потому что я не знаю, что такое обозначение, и никто не знает. Я делаю вот такой сюрреалистический рисунок. Вот, видите? Дальше мы переворачиваем. Это действительно сюрреализм. Это чуть-чуть мне напоминает Сальватора Дали, как вы его называете прекрасно. Да, что... И подпись отлично. Игольник Ерой. Переворачиваем дальше? Да, переворачиваем. Вы видите ответ. Вот, ответ. Горшок щей, невестка и уполовник. И уполовник. И Сара говорит, а почему не веник тогда? А почему не сковородка с котлетами? Я говорю, ну вот так русский мужик решил создать вот такой сюр. Я даже таких вопросов не могу задать, которые Сара задает. Она уже глубоко погружена в мир русского мужика. Вот спасибо большое. Вот это будет интересно. Это будет в ноябре большая ваша выставка. Впервые за 20 лет в Москве будет большая ваша выставка. Впервые за 20 с лишним, да. Первый раз большая выставка. Спасибо большое. Я очень благодарю Михаила Шемякина за сегодняшний разговор. И как приятно отмечать ваш день рождения, заканчивать его детскими обзывалками и загадками. Есть огромное число тем, которые хотелось поднять, но мы не успели сегодня об этом поговорить, что, в общем, очень естественно, потому что число вещей, которые вы успеваете сделать, обдумать, как-то так велико, что невозможно это вместить в час времени. Спасибо большое вам, спасибо большое Стасу Намину, спасибо большое Алексею Штурмину за то, что вы пришли и сегодня провели с нами этот день. С днем рождения еще раз вас поздравляю. Можно последний короткий вопрос? Да. Ваша знаменитая фуражка, сколько лет уже она с вами? Ну, несколько десятилетий.
Меня всегда спрашивают, почему фуражка? Я всегда это говорю, ваш крой? Посмотрите, посмотрите портреты художников, начиная с 16 века, и знаменитый портрет Шардена с козырьком, мы всегда защищаем глаза. Поэтому даже когда я встречаюсь с президентами, я говорю, я вас приветствую, но по причине слабого зрения, я говорю, должен сидеть в фуражке. До этого был цилиндр. До этого был цилиндр. Причем в театре, когда мы сделали спектакль, там играет сам Миша, выходит на сцену, а потом выходит актер, который его, он ему подарил свою одежду. И поэтому они выходят два Шемякина, один чуть моложе другой. Спасибо, что сегодня у нас был настоящий Шемякин. Да. Еще раз поздравляю вас с днем рождения. Спасибо большое за этот разговор. И придем на вашу выставку в ноябре. Всего доброго.